Давид, а может помощь нужна? Взрыв и стрельба в колледже Керчи обсуждаются всей России. И, к сожалению, страшные новости о кровопролитиях в образовательных учреждениях разносятся не впервой. Пермский край колыхнуло в этом году 15 января. 127-я школа Мотовильхинского района. Два подростка напали с ножами на учеников младших классов и учительницу. Тогда, к счастью, все обошлось без смертей. После 127-й школы, конечно, были усилены все процедуры, все мероприятия, в том числе и материально-технического плана, и инструктажи, и работа с ЧОПами, с охраной, вот, и, значит, всякого рода инструктажи с работниками. Также в Министерстве образования сообщили, что в крае должна заработать система профилактики детского и семейного неблагополучия. Она должна помочь выявлять социально опасное поведение подростков. Основной функцией системы станет автоматизация и координация социальных психологов, работающих с детьми. Эта мера может заработать уже в 2019 году. Но что же делать сейчас? Первое – нужно установить причины такого поведения. Ведь совершить преступление толкает желание быть обсуждаемым, говорит психолог. В последнее время у нас очень много рекламы агрессии в средствах массовой информации и в интернет. И, наверное, каждому подростку вот сейчас известен такой некий алгоритм, как стать известным. Это необходимо совершить насилие над собой или другими людьми, снять это на камеру, затем выложить ролик на YouTube. И остается дальше сидеть и ждать, и считать лайки. А там, глядишь, уже и попал на первый канал к Малахову. Чем не популярность? То есть, как правило, вот эта агрессия, она направлена на привлечение внимания, на демонстративное поведение, оно очень характерно для подростков. Как правило, ролики о насилии хоть и отталкивают, но собирают чуть ли не миллионы просмотров. К тому же, если ребенок стремится к такому виду популярности, это может означать, что ему не хватает внимания родителей. И это можно распознать по поведению своего ребенка. В общении с ребенком вот эти факторы какой-то скрытой агрессии, это может быть аутоагрессия, которая направлена на себя, ребенок внутрь уходит в себя, или на агрессия, направленная на окружающих людей, он в этом случае сначала ее не демонстрирует, он уходит в себя. То есть если ребенок с вами не хочет проводить общее время вместе, гулять, играть в настольные игры, смотреть кино, что-то обсуждать, это уже будет служить тревожным звоночком того, что ребенок отдаляется, он не доверяет, и ему есть что скрывать. Он не оправдывает ожидания родителей. Скорее всего, родители таких детей ждут, что он хороший мальчик, что он удобный ребенок, он действует так, как учили его родители когда-то в детстве. Но ситуация поменялась, он не может соответствовать этим ожиданиям, и ему проще уйти в сторону. Разговаривать и быть другом для своего ребенка, учить его находить общий язык с коллективом в школе и техникуме – основные простые советы, чтобы избежать в дальнейшем трагедии. И все же хочется понять, что может толкнуть ребенка на совершение преступления. Это мы и спросили у соликамцев. У меня не укладывается это в голове, и я понять не могу, откуда берутся вообще такие люди. Это даже не подростки, не обязательно. Это еще и взрослые же есть люди такие. То есть поэтому я не могу, мне не укладывается в голове. Я думаю, что у нормальных людей всех не укладывается, да, ведь в голову такие вещи. Что толкает? Ну, как сказать? Можно от недалекого ума этих подростков, что вот хотят перед кем-то себя поставить, что-то утвердиться. Ну, наверное, так. А можно как-то этого избежать, чтобы ребенок вот не проявлял агрессию? Ну, это просто надо с семьей работать побольше. Родителям надо больше уделять внимание, детей воспитывать нормально. В школах тоже учителя должны. Компания и недосмотр родителей. А как этого избежать? Можно как-то, как считаете? Ну, можно, если следить за детьми, я так думаю. Безнаказанность? Там воспитывать надо? Ремнем желательно. Точно. Воспитание только? Конечно. Конечно. А что еще? Может, как-то внешние факторы какие-то влияют? Или все из семьи идет? В основном из семьи. Что делать? Вот можно как-то избежать этого? Конечно. Не надо поощрять. Вон, по телевизору посмотрела про этого Кокорина. Мама, ой, кто-то виноват. Он ни в чем не виноват. Ну как можно такое говорить? Когда он такое творил, мама говорит, не виноват.
Такой же вопрос, что толкает подростков совершать преступления, мы задали и нашим зрителям в интернете. 29 человек считают, что так подростки самоутверждаются. 19 человек склоняются к варианту невнимательность родителей. 21 наш зритель грешит на пропаганду в интернете. 16 человек считают, что такое поведение формирует жестокое окружение. Как говорится, сколько людей, столько и мнений. Избежать подобных трагедий вряд ли получится. Но научиться прислушиваться к подросткам и знать, чем живет ваш ребенок, вполне возможно.